Здравствуйте, коллеги. Retail Tech вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Наталья Парменова. Я исполнительный директор компании Novardis. Вы были спикером нашей деловой части. Расскажите, пожалуйста, какая тема поднималась? Да, действительно, я вчера выступала в деловой части Retail Tech в секции «Магазин будущего». Очень богатая и интересная тема, и очень хочется каких-то подробностей, какие темы обсуждались, может быть, какие-то тренды закладывались. Да, хорошо, я могу вам немножко рассказать. Действительно, тема магазинов, будущего каменных магазинов, так называемых каменных магазинов, это очень животрепещущая сегодня тема. В основном это связано с тем, что пандемия весь прошлый год, да и этот, в общем-то, год, он внес большие корректировки в цели и в задачи каменных магазинов. Ну, начнем с того, что в прошлом году многие магазины были просто закрыты, и ритейлерам приходилось находить новые подходы, новые методы работы с потребителями для того, чтобы хоть как-то удержать продажи, удержать внимание и лояльность потребителей. И оказалось, что можно применять разные методы использования продавцов в магазинах даже во время пандемии. Появились сценарии удаленных продаж, когда продавцы могли позвонить клиентам и предложить какие-то товары, заказать товары через каталог, оформить для клиентов доставку. В общем, сейчас получается так, что сценарий взаимодействия между покупателями и ритейловыми сетями меняются. И появляются новые сценарии, которые позволяют каменным магазинам использовать мобильные приложения, использовать онлайн-канал для того, чтобы еще теснее работать с покупателями. Получается, пандемия всех закалила и лишь добавила варианты общения ритейлера с покупателем. Это замечательно. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка? Может быть, вы уже успели ознакомиться с ассортиментом наших участников? Может быть, какие-то интересные решения вас заинтересовали? Выставка, мне кажется, прекрасная. Мне кажется, самое главное, что столько людей пришло, это значит, что есть потребность в общении, есть потребность в обмене чем-то новым, есть потребность в изучении опыта друг друга. И в особенности мне очень нравится, что наш стенд, как раз на котором мы и рассказываем про технологии создания омниканального магазина, технологии создания цифровых помощников для продавцов, наш стенд все время полон народу. Люди очень интересуются, они обмениваются мнениями, им интересны новые технологии, новые веяния. Это прекрасно. Это замечательно. Ради этого наша выставка и существует. Спасибо вам огромное за такое замечательное общение и надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо. Спасибо вам большое, Сергей. Да, обязательно в следующем году будем.